Жизнедеятельность патриарха чувашской словесности, просветителя Ивана Яковлева не раз становилась источником вдохновения для творческих людей – писателей, художников, скульпторов. На этот раз свет увидел альбом, подготовленный Юрием Викторовым. Презентация книги прошла в музыкальной гостиной «Мерчен» Национальной библиотеки Чувашии. Книга-альбом относится к особому виду научно-исследовательской работы. Она состоит из двух частей – искусствоведческой и иллюстративной. В ней впервые рассказывается о том, как воплощали в произведениях живописи, графики и скульптуры образ Ивана Яковлева. Второй раздел – собственные иллюстрации. В альбом вошли живописные полотна Николая Карачарского, Рыбкина и других художников, а также опусы, графические опусы Петра Проскевити, графические листы Петра Сизова и многих других художников. Также портреты скульпторов Майраслова, Черепанова, Нагорного, Зотикова и других художников. Автор книги Юрий Викторов – художник, искусствовед, профессор. Более 100 его статей и научных трудов посвящены изучению чувашского изобразительного искусства. Родом он из Мариинско-Посадского района. Он не случайно, наверное, взялся за эту тему, поскольку деревня Тяков находилась и находится совсем рядом с селом Бичурино, школу, которую открывал Иван Яковлевич Яковлев. И эта школа до сих пор носит имя Иван Яковлевич Яковлева. Он жил, дышал этим воздухом, где был Иван Яковлевич Яковлев. И поэтому я думаю, что не случайно эта тема сегодня в его творчестве родилась. В альбоме отражен солидный временной пласт, начиная с 1948 года. Все, что создавали мастера искусств до наших дней, вошло в этот необычный проект. Листая альбом, наглядно видно, как менялась со временем трактовка образа чувашского просветителя. Анастасия Алексеева, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.